Всем привет! Вы на канале Валя Стасюк. Сегодня у нас начинается новое путешествие. На этот раз это Хургадам. Отель наш называется Альбатрос Аквапарк. И в этом видео я вам покажу наш перелет и заселение в отель. Думаю, что это будет интересно. В аэропорту Хургады. В общем, сейчас 4 часа утра, и мы идем проходить контроль паспортный. Короче, только что купили визу. Такой лохотрон на ровном месте. В общем, виза стоит $25, но мы как-то пришли, как-то это все быстро случилось, и нам сказали, типа, за 4 заплатить $108. Мы такие не поняли, почему 108. В общем, это просто как бы неофициальная цена. Официальная цена, просто нужно было в очереди постоять, чтобы заплатить $100. Ну, за 4, то есть 25 с одного. То есть $8 переплатили на ровном месте. Также есть такой прикол, типа, когда вы приезжаете, вам нужно заполнить такие карточки с вашими данными. Короче, там паспорт вписывать и так дальше. И кто приезжает там первый раз, он тоже пугается, типа, думает, что там... Нужно что-то очень там такое какое-то непонятное записывать. На самом деле там очень все просто. Вот. А за это тоже берут, типа, за одну карточку $10. На ровном месте, короче. Бизнес можно устроить. Да, бизнес. Походу нашему чемодану пришел конец. Только что купили карту интернета. Постоянно Vodafone пользовались. Сейчас купили LTE-салат, что-то типа этого. В общем, $11, 20 гиг. Вот. Просто очереди не было, и поэтому мы пошли, купили эту карточку, посмотрим, работает или нет. Мы приехали в другом автобусе, и наши сумки ехали в Иркутск. В общем, приехали в отель, ехали где-то полчаса, наверное, нам сразу же дали вот такие браслетики, сказали, что в 10 утра подойти, возможно, будет номер, вот, но сейчас пока полшестого утра, еще далеко, сказали, что мы можем пойти позавтракать, не проблема. А, еще один такой прикол, не работает симка. То есть нету интернета. Вроде показывается, что есть сеть, но интернета нет. Вообще не знаю, что делать с этим. Спрашивала на ресепшене, они как бы не знают, чем помочь. В общем, вот. Короче, сейчас 9 часов утра, и мы идем заселяться в наш номер. Сейчас вам покажу номер. Мы доплатили за номер $10. Если бы мы не с детьми, мы бы, наверное, не доплачивали. Но так как дети уже там устали с дороги очень сильно, и мы решили, типа, что ладно, пусть будет, потому что заселение тут идет с 14 часов. А это еще очень долго ждать. Реально. Короче, мы уже в номере, наконец-то. Сейчас вам быстренько покажу наш номер. Ничего особенного, обычный номер. Так, вот это шкаф. Дополнительные какие-то штуки. Сейф, как обычно. Тумбочка. Телевизор. Не знаю, какие тут каналы работают, не работают. Так. Типа холодильник. Вода. Чайник. Кофе-чай. У нас типа номер на 4, как бы двое плюс двое детей. Вот две кровати вот таких. И одна кровать такая большая. Мы только зашли. Вид такой себе. Если честно, ну, в принципе, не очень-то важно. Хотя для кого как. Кстати, Wi-Fi тут нормальный.
в номере и вообще по всей территории пока что работает нормально, надеюсь. Потому что так как мы купили карточку и она не работает, для нас это вообще очень классно. Вот. Что еще? Короче, идем мы переодеваться и купаться в море, искать море. Дали вот такую карточку, типа, чтобы мы смогли ознакомиться с всякими правилами и что, где, когда делать. В общем, тут несколько пунктов улыбнуло просто. Вот, например, браслет, если сообщаем вам, что за потерянный браслет взимается плата в размере $100. Нереально офигели, что ли? Просто я в шоке. $100 за браслет. Недавно были в отеле Desert Rose, я там тоже потеряла браслет сразу же на второй день. Так поменяли без лишних вопросов, а тут $100.